Кладбище, памятник советским воинам Барут. Это тыльная сторона этой стелы. Мы зайдем вовнутрь этого помещения. Как видите, двери открыты. Здесь ведутся работы по расчистке. Ну, уборка идет. Я попал нечаянно в этот период. И сделаем видео. Несколько фотографий уже сделали. К сожалению, я был без фонаря сегодня. И моя камера без вспышки. Не предполагал, что сюда придется мне заходить, заезжать. Зайдем, попробуем сделать, как уже получится. Двери открыты. Тут еще одни двери, они тоже открыты. Вот они закрываются таким образом. Вот. Вот это на входе сразу. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость советской Родины. От командования соединения. От командования соединения бронзовые венки. По-моему, бронзовые. Да, это металл. От командования соединения аналогичные. От командования соединения. Центральный венок также, нет, извините, от командования армии. Да. Направо от входа. Ну, какой скрип. Повернули направо. Тут довольно темно. Быть может, плохо будет нам видно. Да не быть может, а точно будет плохо. Попробую свой фонарик включить, который на смартфоне. Вот же, что-то у меня не хватило сразу. Фонарик. За некоторые неудобства извиняюсь. Включили фонарь. Ну что он тут нам, этот фонарик, поможет? Помогает немножко. Включился он, не включился. Вот только включился. Тут написаны тексты, кто похоронен, и здесь, на этом кладбище. Читать я не берусь. Довольно темно. Это одна сторона.
Друзья, вы клятву верности и присяги принесли, отдав победе молодые жизни, великой Родины достойные сыны, во славу и могущество Отчизны. Дата 21.09.47 год от артиллеристов. Развернулись. Это горелка тут, видимо, это обогреватель зимой, что ли, может быть. От друзей, товарищей, артиллеристов, вечная слава героям-танкистам, павших в боях с фашизмом за советскую Родину 21.09.1947 год. Вечная слава героям-танкистам, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да, здесь мы закончили смотреть. Здесь этот центр, центральная композиция. Это от входа влево. Вот здесь они, фамилии все увековечены. Но фонарь такой же скудный. Всего здесь захоронено 1200 с чем-то, не по памяти не скажу, воинов, по 1300. Из них более 300 неизвестных. Развернулись. Здесь такая же композиция. По-моему, только мешает мне этот фонарь, который у меня в руках. Фонарем его сложно назвать, это мобильное устройство. Смартфон. За взятие Берлина медаль. Орден Славы. Героям Великой Отечественной войны, павшим в боях за свободу и независимость нашей советской Родины от боевых друзей и товарищей. Вот здесь написано. На этом венке. Вечная слава советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом за социалистическую Родину от боевых товарищей. Здесь текст «Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины, дело, за которое вы погибли,
бессмертны от ваших боевых товарищей и боевых подруг. И сверху венок. Вечная слава советским воинам, павшим в боях с фашизмом, за социалистическую родину от боевых товарищей. И танк. Посмотрели мы, худо ли бедно, как смогли. Это бронзовая. Да, это из бронзы. Ну, посмотрели мы с вами внутреннее помещение этого объекта. А памятник, кладбище-памятник в Боруте советским воинам погибшим здесь. Выходим. Выключаю свой этот фонарь импровизированный. Выйдем сейчас. Посмотрим еще, что делается здесь, раз мы уже тут ходим. Сзади вот тут мы видим, что большое предприятие какое-то промышленное. По-моему, это здесь что-то по переработке древесины. Там же ЖД проходит линия. Время не сказал и дату. Сегодня... Ой, какое же сегодня? Восьмое апреля 2020 года. Ну, времени ближе к 11 подходит. Посмотрим на время. Да, вот 10:30 времени. Вечная слава героям, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу, независимость советской родины. И барельефы здесь. Мы подробно не смотрим все захоронения, поскольку ранее мы тут бывали. У нас есть на фото, на видео. Повторяться мы не будем. Сейчас выйдем на выход. Попробуем еще выйти, чтобы танки на постаментах захватить. Я уже говорил, тут работают люди. Работают. По расчистке. Ну, после зимы привести в порядок захоронения, которых тут довольно много. Вот против солнца плохо будет видно, но посмотрим. 20 метров это обелиск. Конечно, к 9 мая он будет приведен надлежащее состояние. И сейчас тут не грязно, нет никакого беспорядка. Но тем не менее, работы ведутся. Просил работник не машину его не захватывать. Мы не будем, раз мы обещали. Машина стоит тут у него сбоку. Тут многие бывали, конечно, военнослужащие, кто здесь проходил воинскую службу недалеко. Большинство из них являются участниками группы «Алтыслагер» и других групп, с кем мы сотрудничаем уже многое время. Вот один танк. Мы человека не будем
зацеплять, а вот они. Да, да. Гуд. Это я. Слышали, как я заговорил? Это выход. Один. С номером, бортовой номер 302. Это мы на территории еще ходим. Ветерок небольшой. Сегодня обещают более 20 градусов тепла. Подойдем еще к другому танку. Получился длинный видеоролик у нас. Если на улице светло, хорошо, нам не нужно вспомогательное освещение, то и кадры неплохие получаются. Вот внутри у нас не очень хорошо получилось. Попал автомобиль. Но мы не со зла. Вот бортовой номер 301. Танк. Они все отреставрированы. Реставрировали их тут на военном заводе, когда был ремонт, реставрация всего этого комплекса, этого кладбища. Тогда и танки реставрировали. Все это оригинально на нем. Вот с этой стороны на обелиск. Мы были внутри сейчас. И потихонечку выходим. Здесь уже нет карты или схемы. Что здесь было? Описание здесь было. Наверное, заменят. Вот схема всего кладбища этого. Тут даже фамилии написаны. А вон еще я там выглядываю. Фамилии. Номер могилы. Не могу разглядеть, знаю, что получится. А вот прочитать я не могу, извините, очень мелкий шрифт. Выходим. Не, Цурик, и Цурик махин ест. Это он меня, мы прощались, он прощался, а я сказал, нет, я назад сделаю. Как заговорил. Да, вот центральный вход. Спроводить нас захотел работник. Это бортовой номер 301. Центральный вход. Здесь текст. Кладбище памятник воинам Советской Армии, павшим в боях за освобождение народов Европы от фашистского ига. Заложен 5 августа 1946 года. Открыт 7 ноября 1947 года. Такой же текст на немецком языке. Вот здесь. Пусть нас дядечка извинит, мы немножко захватили автомобиль. Подойдем. Номер, бортовой номер 302. Против солнца. Ну, подойдем, развернемся. Ветерок. Прогрессивное человечество будет вечно чтить память воинов советского народа, жизнью своею спасших мир от фашизма. Такой же текст на немецком языке. Ниже, на бронзовой табличке. Вот бортовой номер 302.
Тут же виден 301. Здесь не закрывается это кладбище, всегда оно открыто, ворота. Каждый может подойти, посмотреть, поклониться погибшим воинам. Прямо дорога на Вульсдорф. Дальше Цосен. За спиной дорога на Барут. В ту сторону Барут. Здесь развязки дорожные сделаны. Ну, сейчас совсем по-другому здесь сделаны. Мы уже об этом говорили. Ну и завершаем на этом наше видео. Всем всего доброго. До новых встреч. Да, еще раз извиняюсь за качество съемки внутри помещения, поскольку я уже говорил, какая причина. Я попробую договориться сейчас с товарищем с этим. На будущее, быть может, сюда приехать, чтобы с ним как-то договориться, чтобы открыл с нормальной техникой, чтобы я сделал фото и видео. Попробуем. Завершаем наше видео. Я зайду еще на территорию.